Молодежная столица 2020 года. Город Пинск может гордиться своей подрастающей сменой. Ежегодно наши умники и умницы, участники Республиканской школьной олимпиады по учебным предметам, завоевывают победные дипломы на всех этапах. Их достижения на школьном олимпе в рейтинге самых значимых событий в системе образования города. И они по праву достойны уважения и признания. Именно этому посвящена очередная акция Пинской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Вот уже много лет лучшие учащиеся школ и гимназий города показывают достойные результаты на всех этапах Республиканской школьной олимпиады. В этом учебном году наши умники и умницы на третьем областном уровне показали лучший за последние 3 года результат. Воспитанники пинских гимназий и школ привезли 63 диплома разных степеней, доказав тем самым, что работа с талантливыми, одаренными детьми в нашем городе на высоком уровне. Не остаются в стороне и общественные организации. На этот раз городская организация общественного объединения «Белая Русь» преподнесла всем победителям прекрасный подарок – билеты в Полесский драматический театр. Членами президиума городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» было принято решение о том, что ребята, победители 3-го областного этапа Республиканской олимпиады, сегодня посетят Полесский драматический театр, где посмотрят спектакль «Пусть остановится война». Эта постановка выбрана не случайно. Сама тема войны животрепещущая, острая, несмотря на прошедшее после окончания Великой Отечественной войны время, всегда находит отклик в душе молодежи. Артисты Полесского драматического театра пошли навстречу нашей организации, скоординировали время начала спектакля для наших ребят. Время будет 15:00. Это удобное время для всех обучающихся в учреждениях общего среднего образования нашего города. Данный спектакль является актуальным прежде всего, потому что там ребята смогут увидеть события, которые проходили на Пинщине в годы Великой Отечественной войны. Павел Маринич, он является и автором спектакля, и режиссером, использует материалы, которые представил музей наш Белорусского Полесья, а также тот материал, который представлен в книгах «Холокост», «Пинские евреи», а также в книге «Память». Юные таланты – гордость и будущее нашего города. И в этот день вместе с ними радовались их успехами активисты Белой Руси. Любовь, внимание и признание окрыляют. Они рождают желание творить и дерзать. Для этих юношей и девушек все только начинается. Неспроста, наверное, была выбрана такая форма поощрения наших одаренных детей. Мы надеемся, что наши ребята достойно представят город Пинск на заключительном 4-м этапе Республиканской олимпиады. И среди участников от города Пинска в составе Брестской области будет 35 ребят.